С вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру под названием «Трехтысячная дуэль». Так, как я и говорил, мы отправляемся в этой серии в другую сторону лаборатории. Интересно, будет ли там босс или нет. В прошлой серии мы одолели с вами ледяного, волшебника, колдуна. Ну, что-то, короче, из этого рода. Если мы босса найдем быстренько, значит я придумаю, что мы будем делать на протяжении видео. Крит. Крит. Тью. Так, двойной прыжок это хорошо, блин, но я вот не помню, где у нас прыжок в стороны. Окей. Подвал башни, правое крыло. Окей. Великолепно. Почему мне никто не сказал, что здесь закрыто? Кул. Она закрыта тут-то, тут-то. Немножечко здесь, здесь и здесь. Ха, так у нас до хера где закрыто. Сюда я не могу тоже попасть, потому что у меня нет полета. А что здесь? Кто его знает? Тут я не могу залететь, потому что мне не хватает... Не хватает чего? Минуточку. А мы идем сюда, в замок. У нас есть двойной прыжок. Или у меня двойной прыжок был давно? Сложно, черт. Понять, куда идти. Окей, давайте, короче, телепортнемся сюда. Спустимся сюда, посмотрим, что здесь. Если там закрыто, значит, мы не пойдем туда. А пойдем сюда, где вот эти крестики. Поэтому ждите. Ну вот и мы с вами в вершине замка, поэтому погнали проверять. Во-первых, вопрос здесь. Почему я не поехал сюда? Why? А, я просто сюда не пошел. Так, подождите, слишком активно атакуете. Надо немножечко помедленнее. Окей, очередные развилочки. Так, давайте немножко развеем ситуацию и посмотрим, что же все-таки с других сторон. Чтобы я с чистой головой. Ага, все. Вопрос. Больше вопросов нету. Так, давайте сразу тогда здесь пометочку поставлю, что тут закрыто. Так, а теперь мы очень осторожно будем делать все это с рыцарем. Блять! Сказал я и чуть не сдох. Круто, забывай кнопки. Так, знак. Ну, в принципе, ладно. Ну, смотрите, в принципе, эта херня улетает довольно далеко. То есть одна до меня не должна успеть достать. Так, все, крестик здесь убираем. А нет, мы его оставляем, потому что здесь стена. Чисто на память. Ага.
И здесь мы тоже ставим крестик. Зараза. О, прикольно. Что ты такое? Так, а теперь мне интересно, а что вообще на мне одето? На мне ботинки одеты? Ну, конечно же, на мне одеты мои ботиночки. А что мне корона вообще дает? А, к ней уже заряда энергии, я понял. Где сапоги мои? Где мои чертовы сапоги? Мне интересно вообще, что из себя представляет щит и почему он такой неактивный. Оу. А, вот здесь мне бы пригодились мои тапочки. Очередное летающее оружие. Все супер, все идеально. Пока щит меня не трогает, значит все отлично. О, привет. Вау, 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 приятель. Я понимаю, что ты очень активный. Ну давай немного по... Магическая свеча с зельем маны. Окей. Так, очередной спуск вниз, очередной спуск наверх и очередная стена. В нашем случае давайте пока что вверх. Приветик. Назовись. Скажи, что вы человек. Ты забрался в замок и дошел до этого места. В отваге тебе не откажешь. За этим замком расположена вершина башни. Тебе приходилось набывать? Что тебе известно об этом устройстве? Слушай дальше. У каждого атрибута в мире имеется его противоположность. Так, например, огонь и холод противостоят друг другу. Используя огненное оружие, можно наносить серьезный урон ледяным монстрам. Ты используешь королевский меч? Я говорю о мече, наделенный силой огня. Так он, значит, шарит. Камень кармы, нихера себе. Так, очередные ошибочки моих действий. Камень кармы. Камень содержит карму. Если его разбить, вас... Ну, понятно, короче. Как... Очередные камни. Стоит ли мне туда идти? Ладно, давайте сходим пока вниз. Посмотрим, что внизу. Все равно идти недалеко. Опа! Я сделал правильный выбор. Вот поэтому лучше всегда проверять. Это то же самое, что у нас был проход, где оказалась стена. Так, значит, здесь стены двигаются в таком... Я... Тихо. Значит, мне еще нужно уловить момент, когда она будет двигаться. Амулет на золотой цепочке. Тихо, тихо, тихо. Амулет, амулет, амулет на золотой цепочке. Амулет на золотой цепочке. Амулеты из звеньев толстой золотой цепи. Изготовлены из звеньев роскошной золотой цепи и выглядит тяжелым. Если его надеть, повышает устойчивость к огню. И до какой-то степени защищает от ожогов. Если его надеть, дополнительно повышает силу атакующих заклинаний. Ясно. Короче, все золото это на мага. Серебро. Раз. Опа, тихо, 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 тихо. Хорош. Ха.
Я на самом деле просто не хочу с рыцарями, чтобы у меня кровотечения не было. Сука, он все-таки нанес мне урон. Привет, сундук. Кольцо измерений, нихера себе, что новенькое. Кольцо измерений. Кольцо украшено непонятными знаками, изготовлено из холодного металла, украшенного непонятными надписями. Если вы надеетесь, значительно повышает шанс критического удара. Блин, я думал, может это как раз для этого. Ага. Ага. Новое описание. Так, вы мне предлагаете отсюда допрыгнуть до туда, да? Да. Сейчас было страшненько. Давайте попробуем. Как вы видите, там нужно было как раз сраны 4 рывка. А у меня только 3. Угу. Приятель, поверь, я с тобой драться не хочу вообще. Поэтому адиос. Надеюсь, ты тут был один. Да, он был один. Неплохо, неплохо, я вам скажу. Парфюмы. Погнали, как раз сохранимся. Интересно, эти стены тоже пропадали или только... Ну нет, это не серьезно. Мне придется каждый раз это все дело обходить. Класс. Великолепненько, прикольненько. Ну хотя бы здесь я открыл себе сокращение, не нужно лишние круги сделать. Так, давайте я немножко сюда тогда сделаю пометочку, да? Ну я же я слышал звук босса. Привет, чувак. Странные звуки. Звуки в игре отстают. Заеби. Она отменяет мне рывок. Прикиньте. Вот это было сейчас очень... За подлянку. Надо это будет запомнить. На всякий случай. Ну, привет, приятель. А, понял. Понял, принял. Фу, я думал, он около меня бьет. Лишь я пересрал. Малеха. Пока идет. Неудачник. Хе. Так. Че я только что сделал? Ага. Мне интересно, что делает вообще щит. Он просто летает? Если да, то ладно. Тюм. Тупые ловушки. И
да, вот такая как раз ловушка, по идее, находится вот здесь и здесь. Сука. Повторяем свои ошибки. Да, я слышу босса. Моя копье идеально, но... Ну хотя... Хотя это локация... Нет, подожди, я аж не здесь нахожусь. Я нахожусь не в крыле. А, я нахожусь в другом месте. Это место опасней. Намного. Так, давайте начнем с того, чтобы использовать... карму. Надеюсь, я немного потеряю. О, нихера. О, прикольно. А мне еще и на уровень не хватает. Сколько мне не хватает? Прикольно. Ну ладно. Буду осторожно убивать босса. И думаю, все получится. Надеюсь. Босс, босс, босс. Эх. Надеюсь, ты не очень сильный. Оу, привет. А, я ее вспомнил. Это пиздец, минус души. Танцовщица старого замка. Поверьте, вот это босс. О, сейчас начнется пиздец. У вас всегда должна... Пиздец. Пиздец. Знаете, мне на самом деле повезло с рандомом в плане того, что она атаковала чисто крыльями. Но. У меня были шансы, были огромные шансы. Но главное здесь уворачиваться от льда. Здесь нужно очень много ловкости. В плане того, что... Ну, там в основном только сложность, это вот эти ледяные шарики. Теперь нужно будет сейчас сферу убить по-тихому. И думаю, поехали. Прикольно. Ну, вы поняли. Хороший радиус достаем.
И она постоянно будет улетать. Ладно. Ладно. Все? Сука. Фух, изи. Даже не вспотел. Ну, короче, факт морозом. Ну, как я и говорил, нам нужна выносливость. Ну, то есть энергия. Пускай лучше будет у нас больше рывков, чем чего-либо. Потому что рывки, они очень сильно помогают. Окей, что мы вообще получили с вами за счет этого? Во-первых, мы получили... сюда спуск. И по идее здесь... здесь же? Да, здесь у нас... нет, не здесь. Это вообще находится здесь. Здесь. Ой, короче, я не знаю. Ну, пойдемте сюда. Воспоминания о холоде. Я вспоминаю одну историю. Заклинатель льда. Это маг, целиком посвящал себе исследованию силы холода в подвале темной башни. Подвергся действиям темной кармы, оставшийся в его душе лишь холод. Маг впал в безумие и с головой окунулся в новое исследование. Он начал создавать монстров, используя темную карму. После серии неудачных экспериментов на свет появилось заматанное в бинты, похожее на женщину существо. Маг назвал его монстром танцовщицей старого замка. Так, а чё бы, если б сюда упал? Здравствуйте, здравствуйте, фиолетовый ключик. Снаряжение. Это инвентарь. Ключ от фиолетового камня. Дверь из фиолетового камня, светящийся особым светом. Ключ, который может открыть эту дверь. Узор на ключе начинает светиться, если поблизости есть та или иная дверь. Так, теперь у нас вопросики пошли. Где может быть эти двери? Во-первых, я вспоминаю... Так, мы сюда сходим по-любому? Мы сходим сюда по-любому. Двери. Во-первых, дверь была здесь. Раз, это точно помню. И все. Там была только одна дверь. И дверь была... Нет, тут нужен песчаный какой-то... был ключ. Вершина башни. Пока что я думаю. А, да ладно, это там, где сокращение пути. Пути. Сейчас мы заберем то, что, во-первых, в сундуке. И здесь мне нужен полет. А, не нужен. Персона. Персона прямо как игра есть. Так, ну это у нас меч, да? Гладиус персона. Ну, немножко повыше, на тьму. Меч, который просто создан для темных рыцарей. Несмотря на изысканный вид, это смертельное оружие. Темное прошлое владельца позволяет в полной мере использовать заключенную в мече силу тьмы. Прикольно. И да. Так, так, так. Снаряжение. Удар. Пакт мороза. Заклинание танцовщицы старого замка. Посылает замороженные льдины по всему направлению. 4 стоит использования. Ну, в принципе... нихера себе, еще что новенькое.
Очищенная железная руда. Идеально очищенная железная руда. Это руда высочайшего качества, очищенная лучшим местным кузнецом. Этот материал можно использовать для усиления оружия. Я ж все залутаю. Рад тебя видеть. Потрясающе, правда? Это я его нашел. Сейчас оно не работает, но это явно устройство, способное перемещаться во времени. Его наверняка можно как-то включить. Оглядись по сторонам. Это осколок воспоминаний. Это всего лишь иллюзия, порожденная скрытыми в тебе воспоминаниями. Человек, ты понимаешь события далекого прошлого? Настоящая вершина башни скрыта в этом тайном месте. Ты сможешь сделать выбор, когда изменишь свою судьбу. Если ты докажешь башне, что постиг свою суть и крепок в своей вере, она наверняка откроет тебе путь. Иди ищи знаки, оставшиеся мудрецами, строившиеся в эту башню. Ты сможешь найти эти знаки в прошлом, настоящем и в будущем. Окей, я понял, за какие она порталы говорит. И у нас их как раз найдено сколько? Сколько? Стоп, где мои, блядь, пометки на эти херовины? Ага, один есть, второй есть. Ну и третий, скорее всего, где-то там. Ну, да, думаю, далее. Погнали смотреть. Ага. Ай, здравствуй, то, что нам как раз нужно. Сфера, сфера. Руина — символ судьбы. Руна с вырезанным на ней символ судьбы. Символ кажется знакомым, но его назначение неизвестно. Теперь вопрос, какой из тех двух порталов как раз то, что нам нужен. Не ко мне дозволено вмешаться в судьбу людей. Не верь за начищенному старому прошлому, дитя мое. За начищенному. Скоро ты исполнишь свое предназначение. Мы снова встретимся в иной, вечной жизни. This is no impossible. Так, что мы получили? Во-первых, мы получили руну. Бац. За счет руны мы по-любому что-то сможем открыть. Бац. Тут есть телепорт. Бац. Что нас дальше интересует? Бац. Нам нужно вернуться в этот телепорт, посмотреть, что здесь. Потом отсюда спуститься сюда, сохраниться здесь, и спуститься сюда, сохраниться здесь, а подняться наверх и узнать, что там. Да. Именно так. Поэтому сюда. А насчет ключа? Я так подумал. Давайте, наверное, ключи, портал, ключ мы оставим на следующую серию. Мне кажется, там будет что-то очень интересное, что нам как раз понравится, может быть. Но я не уточняю. Я правильно хотя бы иду? Да, я правильно иду. Проебаном. Так, я туда не попаду, хорошо. Ай, бля. За что мне этот ад? Давайте я, короче, остановлю, быстро туда придем. Чё-то у меня плохое предчувствие насчет этого места, потому что я сюда запрыгивал с помощью двойных прыжков.
конца все те приключения на этом заканчиваются, ребята. Значит, мне все-таки нужен полет, как-никак. Но что мы с вами все-таки имеем? Во-первых, мы нашли с вами ключ фиолетовый. С помощью ключа мы сможем попасть вот сюда. Но мне кажется, там что-то будет довольно простое, потому что... Камон. Туда нужен ключ. Скорее всего, способность полета, тогда нам придется сюда возвращаться, снова сюда лететь. И... изучать то, что мы еще не доизучили. И на мини-босс я не хочу идти. Ну, это как бы не обязательный босс, но... опасно. Когда мы получаем рывок влево-вправо, мы можем изучать уже все. Ну, кроме вот этой территории, потому что здесь нужна способность полета, либо типа того, чтобы взлетать. Поэтому я на этом с вами прощаюсь, ребята. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!